Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как взломать игру Pokemon Go. Скачиваем Tweak Location Faker. Он позволяет нам изменить наше местоположение. Заходим в Tweak. Ищем какое-то место, которое вы хотите. Советую вам выбирать какие-то регионы Северной Америки. Я выберу Нью-Йорк. Где-то какое-то общественное место. Это может быть парк или какой-то магазин. Нажимаем здесь слева внизу «On». И заходим в игру. И следующий тык, который нам позволит ходить по этой местности, а не каждый раз менять наше местоположение, называется Pokemon Go Anywhere. Он включается вот здесь слева вверху, но он автоматически вас включен. Это я просто только что его выключил. Вот это слева это включает-выключает. Вот это скорость вашей ходьбы. Здесь имеется 4 параметра. 1x, 2x это ускоренный, и 4x это тоже ускоренный в 4 раза. Вторая кнопка это Tap to Walk. Это активирование, чтобы вы при нажатии на экран он шел. Вот смотрим. Вот видите, он у нас идет. Хочу заметить, что если вы находитесь не на, ну, вы смотрите не на север, то он будет идти в противоположную сторону. Давайте вам покажу. Вот, например, я смотрю на юг и нажимаю вперед, а он будет идти наоборот, на север. Вот нажимаю, и он идет на север. Третья кнопка называется патруль, и она позволяет автоматически обходить какие-то места. Персонаж сам выбирает какие-то места, ну то есть Twig сам выбирает, куда пойдет персонаж. Потом вы можете просто нажать здесь приостановить, остановить, ставить покемона или же проверить покестоп, ну и так далее, и так далее. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!